Во-первых, в интернете, вот смотри, вот ты знакомишься на сайте знакомств, да? Ну, к примеру. Вот. Ты, короче, смотришь, там вроде какая-то симпатичная малоленькая приходит крокодил, такой... Я не крокодил. Не, на самом деле, то есть, но сайты знакомств, это там же одни и те же люди сидят уже 15 лет на сайтах знакомств. Да там страшно. Ой, я два раза регистрировалась, мне страшно туда заходить. У меня мой хороший товарищ. У меня мой хороший товарищ, который сидит на Мамбе уже, наверное, лет 20 на сайтах знакомств. Он сказал, вот если ты из 100, если 2, вот из 100 знакомств, если 2 будут, ну, более или менее, но вот одна вменяемая где-то на 200 человек, ага. Которые более-менее нормальные. Ну, я тоже нормальные. Самое могу сказать и про мужчин. Да. Я там сидела 3 года. Ну, это очень сложно. Вот это... Так они просто так не могут найти. Из помойки выбирать что-то хорошее. Вот именно. То есть, это на самом деле, то есть, без сайта знакомств, это вот там вот тусовка такая внутри этого всего происходит. Они уже все друг друга знают. Они вот приходят, они уже все друг друга. Одни и те же рожи за 20 лет. Да. Они уже все друг друга знают. Уже все уже видят. Понятно. Да, ты знаешь, да, если бы то, что ты говоришь. Нет. А если вот никто они не там нравится, уже все перезнакомились. А что? Там получается тарелочницы, альфонсы рисуются, ага. Больше там никого а что же тарелочница? Это которая пожрать на халяву. Которая пожрать на халяву любят. Вот и это все. Тарелочницы, которые надо вытащить. Которые чтобы надо, чтобы покормили. Мужчина проявил какую-то, ну, эту инициативу. Ну, так, а ты, конечно, на небусе, а они мужчины есть вот. Такие. А Альфонсу, наоборот, ему надо, чтобы ему в донатили, дали денег. В донатили. А как называют, если кому поболтать надо, чтобы с ним поболтали? Пиздобол, как это называется? Пиздобол, ты меня называла. Ля-ля-ля, мы с тобою есть такое название. Это песня про Колю. Ну помнишь, на мотив фантазер, ты меня называла. А, я знаю. А там слова-то, кстати, классные в начале. Там что-то вообще со смыслом такая. Философская песня. Вот... Я, в принципе, вот я смотрю на эту на всю вещь. Ой, ты хочешь, как у меня говорит, я хочу сходить в ресторан, поесть морепродуктов, там бла-бла-бла, сколько ты зарабатываешь. Все такие, то есть там ни одно какое-то... Полпроцента, может, еще есть. Я потом тоже буду сказать мысль, чтобы не перебивать.